Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца. Вот примерно такой. Его нужно очистить, хорошо очистить, не отрывая от ботвы. Затем слегка откусить верхушечку, смочить слюной задний проход и вставить, не отрывая от ботвы. Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. И геморрой проходит очень быстро.